Всем привет, дорогие подруги, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в пятницу 13-е. Киллер пазл. Так. Их предупреждали, теперь пусть пеняют на себя воспоминания об озере. Выбор эпизода. Ну что же, давайте начнем, наверное. Хотя, подождите, тут... Нет, нам нужно начинать именно отсюда. Классический Джейсон. Идеальный маньяк-убийца, этот образ всегда в моде. Ну что ж, давайте, поехали. Лагерь Хрустальное озеро, 13 июля 1984 год. 20 лет назад в Хрустальном озере утонул мальчик, пока вожатые занимались своими делами. Но потом всех их убили одного за другим. Кровавая резня на Хрустальном озере. Их убила мама того мальчика, Памела Вурхис. Смерть маньяка от руки последнего выжившего, Памела Вурхис. Чтобы остановить ее, вожатым пришлось отрубить ей голову. Ее сын Джейсон до сих пор бродит в этих лесах и мстит за смерть мамы. Стоп, а разве не мама мстит за его смерть? Да, разве этот мальчик не утонул? Стоп, возможно, я что-то напутал. Опачки, сколько крови вы хотите видеть? Много, конечно же. И, наверное, выберем мы с вами R. Хотя, может быть, надо ПГ. Готов, охламон. Мясорубка на Хрустальном озере. Джейсон, солнышко, ты должен отомстить за меня. Используй стрелки геймпад или мышь, чтобы двигаться и атаковать. Окей. Голова мамы. Ну что же, в принципе, здесь все легко. Последняя девочка, да? Так, зона смерти. Нужно попасть, я так понимаю. И ты, ё-моё, промах. Ну, считай, тебе повезло. Кровожадность уровень 1. Убойный склон. Ух ты. Какие мерзкие туристы. Пойди туда и покарай их, Джейсон. Да, мам. Значит, это у нас турист. Так, давайте сюда, сюда. И вот так вот попался. Голубчик. Хопа. А, в голову, я думал, сейчас в живот ему воткнет. Последняя девочка. Так, легко и просто. Но на этот раз я не промахнусь. Ух, а убийство. А знаете, что эта игра мне напоминает? Старенькую игрульку, которая называлась Slavey Camp. Худшие позади. Да нет, наверное, впереди. Покарай их за то, что они с тобой сделали, Джейсон. За то, что они сделали со мной. Убей за маму. Ладно, мам. Так, ребята, здесь уже начинается включаться логика. Ага. По-моему, ничего у меня так не получится. А нет, в принципе, отлично. Теперь мне нужно как-то попасть вниз. Так, погоди-ка. Блин, не получится по ходу дела. Вот дерьмо. Попал, что ли? Так, давайте-ка перемотаем еще маленько. Я, видимо, что-то не так сделал. Блин, а тут больше нет вариантов. Смотрите, все тупиково. Хм, странно. Так, это у нас самое начало. Значит, да нет, тут никак не получится по-другому. Ребят, смотрите. Будем там вокруг да около плясать и никуда не продвинемся. Только один вариант. Валить этого пацана. Хм. Если мы его завалим, мы не сможем дальше пройти. Так ведь получается? Странно. Ну ладно, давайте, короче, его завалим. Все. Дальше... А, вот, ё-моё, блин. Я-то думал, что через кости пройти нельзя. Оказывается, все можно. Зона смерти. Распрощайся, деточка. Фух. Да, конечно, я немножко тупанул. Ну да ладно, ребята, будем исправляться. Полуночный убийца.
Хм. Почему они от тебя убегают? Ты у меня особенный, и сегодня твой день рождения. Да, мам. Ну что, тут все легко и просто, в принципе. Ох, ты убегаешь. Ладно, это нам только на руку. Вот, в принципе, и все. А, последняя девочка, блин. Хе-хе-хе. Зона смерти. Распрощайся. Вот так вот. Ух, как он жестоко-то все это делает. Но на то он и Джейсон, ребята. Ужас под звездами. Запомни, Джейсон, и если нужна будет помощь, сразу же проси у меня подсказку. Ну, я думаю, что... Погоди-ка. Так, так. Ёлки-палки. Блин. Ха-ха. А как же быть? Ага, вот так вот, ребята. Не убежишь. Куда ты бросил мачету-то? А, все, я понял. Дура, побежала. Зачем? Последний мальчик. Все, ему хана, ребята. Поверьте мне. Просто пополам. Шикарно. Какой же ты молодец. Вот тебе еще немного кровожадности, а теперь прикончи их. Спасибо, мам. Кровожадность. Уровень 2. Получен. Угу. О, ящик какой-то. Бронзовый класс. Ломик мы получили с вами. Конечно, добавим в экипировку. Враги в панике. Это уж точно. Видишь, как они боятся вида крови? Убей их, Джейсон, за маму. Отлично, мам. Угу. Если я сейчас на нее нападу, она, наверное, убежит, да? Точнее, не она убежит, а вторая. Так и есть. Ну что же, тут все легко и просто, ребята. Спускаемся сейчас вниз. Вот этого убиваем. Ага, сама себя загнала в ловушку. Последний парень как раз на этой линии стоит. Давайте его. Чё такой вырос-то? Ху-ху! Ничего себе, мы его там нашинковали. Неплохо. Кровожадность у нас растет. Чистильщик. Мерзкие никчемные туристы. Как они смеют обижать моего золотого мальчика? Я в норме, ма. Голова еще и базарит с нами, ё-моё. Так, ну что же, надо подумать. Так, так. Не получится, ребята. Не получится. Так. Блин, тут тупик. Вот так, наверное, надо делать. Ага. Ой-ой-ой-ой, как ты далеко убежал, а? На! И пошла отсюда. Последняя девочка. Вообще-то это, по-моему, мальчик. А нет, девочка вроде бы. Или мальчик. Неважно. Вот так вот. И делов-то на копейку. Продолжаем, ребята. Обманный ход. Не балуйся возле озера, Джейсон. Ты не очень хорошо плаваешь. Ладно, мам. Фи, да тут проще простого. Сынок, тебе нужно оружие? Посмертоноснее? Перетащи 3 ненужных орудия в обменные ячейки. Отлично, мам. Так, а у нас что, только мачете и кулак? Подожди, а, у нас же еще ломик. Ну, давайте попробуем ломиком. Так, главное не упасть нам в воду, ребята. Черт, по-моему... А, нет, все нормально, все пучком. Ха-ха, последний мальчик. Какой-то последний мальчик обдурманенный почему-то у них всегда. Так, зона смерти. На, оу. Насквозь пролетел ломик-то. Ну что, поехали далее. Дитя подвалов. Я тебе говорила, насколько ты особенный, Джейсон. Ты очень особенный. Спасибо, мам. Так. Убежала. Ага. Погоди-ка, ребята. Тут
по-моему... Блин, надо, наверное, перематывать. Так, видите, мы шлепнули девчонку, а туда не сможем пройти. Блин, давайте-ка заново. Вот так вот и надо было. Бум! Что он делает-то? А, поймал ее. Отшлепали ломиком. Причем жестко. Последний мальчик. Ну ты извини, родной. Сам себя в тупик загнал. Мальчик, блин, нифига там. Мальчик с бородой, с усами. Просто всмятку ему нафиг. Ну что? Какой же ты молодец. Вот тебе еще немного кровожадности. А теперь прикончи их. Так. Уровень третий получен. И ящик до кучи. О, кочерга, бронзовый класс. Крематорий. Ага. Ты можешь загнать туристов в огонь, Джейсон. Накажи их за то, что они сделали. Так и есть, мам. Дурила, а? Вот дурила. Хлоп. Лопнул, блин. Так, ребята, дальше надо вот здесь. Так, еще одна сгорела. Так, и эта должна тоже убежать сейчас. Да. Последний мальчик. Последний мальчик сейчас будет дохлый у нас. Воу. На-ка. Просто насадили его на ломик, блин. Сжечь нельзя помиловать. Аккуратнее, Джейсон, если ничего не получается, жми кнопку перемотка, чтобы начать сначала. Ладно, мам. А что тут не получится? Он сгорел. Последняя девочка. Ого. Так, погоди-ка. Так, я сам сгорю, если сюда рвану. Блин, что-то я, видимо, не так сделал. Надо как-то... Блин, подожди-ка. Так, 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 я вернулся, да? А нет, все нормально, ребята. Давайте-ка поменяем, наверное, оружие. У нас же вроде бы кочерга где-то есть. Я хочу ей попробовать завалить этого хламона. Ну что, последняя девочка. Ну тут легко, ребята, вот так, так, и вот. Крантарики ей, короче. Ух, ё-моё. Камнем на дно. Так, здесь вода, надо быть аккуратнее. Не забывай менять оружие, солнышко. В нижнем углу есть специальный значок. Спасибо, мам. Кстати, она с запозданием это говорит все. Я уже сам разобрался. Буль, утонул чувак. Хе-хе-хе. Вообще шикарно. Так, последний пацан. Ну что, идем сюда. Наверх и добиваем. Не ори. Но эти миссии, ребята, легкие. Можно сказать, обучение. Возмездие. Это последняя жертва, Джейсон. Настал час расплаты. Ага. Ну и как нам тут сделать? Так, погоди-ка, по-моему, ничего у нас так не получится. Так я в воду упаду. Блин, загнал себя в тупик, а? Подсказки тратить пока не стоит, ребят, потому что дальше будут сложнее миссии. И они уже нам там пригодятся. А здесь пока сами будем допетривать. Как же быть? Так, если я обойду... Нет, там я в воду упаду. Угу. Так, надо вниз. Упереться в камень, наверх. Так, ага, все, ребята. Куда ты поплыл? Олух. Ага, секет, секет. Сейчас из-под воды я вылезу, да, наверное? Нет? Странно. Почему это я не вылез из воды и не прихлопнул его?
А, я уже тут стою. Кочергу как гарпун. Я не завидую этому олуху. Шикарно получилось. Глазки закатил, блин. Их предупреждали. Следующая жертва — зэк. Заточение. Не понял, мы что, в тюрьме, что ли, оказались? Джейсон Вурхис признан виновным. Точно, ребята? Но на самом деле такого не было же. Его так и не поймали. Он восстал из мертвых. Ага, электрический стул. А вот это вот зря. Зря они сделали. Че, все, ребята, попали? Преграда. Пора устроить побег, Джейсон. Не дай охране помешать тебе. Да, мам. Ну, тут, ребята, тоже все легко и просто. Ха, все. Пока. Последний зэк. Извини, родной. Ничего личного. Да, довольно весело и кровожадно. Какой же ты молодец. Ага, она опять не дает кровожадности. И... уровень четвертый получен. О, и ящик нам еще до кучи дали. Кий, бронзовый класс. А почему нам все бронзовый класс-то дают только? Гиблое место, да? Они должны были тебя оправдать, Джейсон, и это была самооборона. Да, мам. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте мы завершим этот видосик. Обязательно с вами продолжим играть в следующей серии, если вы, конечно, этого захотите. Потому что игра вроде бы того стоит. Ну, а на этом все. Всем большое за просмотр и до скорых новых видосиков. Удачи вам!